Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Давно я не выпускал видео по воде, о физико-химических свойствах воды, о живой воде, водородной воде, ОВП и так далее. То есть, что это такое, как это влияет на здоровье человека, но сегодня вообще речь пойдет немного о другом. Я не буду рассказывать теорию, а мы поговорим просто о практике. Дело в том, что за то время, пока я новые видео о воде не выпускал, мне пришло много отзывов от вас, от зрителей, от покупателей наших приборов «Аквапен» по воде, ну, вот эти с двойной протонной обменной мембраной. И, соответственно, есть что вам зачитать. Я распечатал некоторые письма, и это будет очень важно послушать тем людям, которые еще не в теме. Скажу только одну вещь. Как-то, когда еще мы участвовали в ярмарках, к нам приходил один, скажем, из центра Блохина, хирург, онколог. И вот он сказал как-то мне одну такую вещь, значит, что я раньше думал, что водородная вода, все это глупость, ерунда, но я понял, что я был идиотом. А еще я вам хочу такую вещь сказать, что есть такая книга доктора Гарбузова «Ионы водорода лечат рак», и кто хочет понять, как это происходит с точки зрения биофизики, биохимии и так далее, пожалуйста, можете прочитать. Также вы можете посмотреть мои многочисленные видео на эту тему на моем канале в Ютубе. Ну, не будем терять время, я буду зачитывать сейчас отзывы, комментировать, очень много интересных нюансов пояснять по ходу. Ну, в общем, смотрите, не пожалеете. Только, пожалуйста, смотрите это видео целиком, потому что вы не будете иметь представления, если вы только в начале что-то посмотрите, первые 5-10 минут, категорически, посмотрите целиком. Это жизненно важная тема для каждого человека, поверьте. А теперь поехали. Электарт. Юрий Андреевич, благодарю вас за ваши труды. Приобрел у вас Аквапен. Очень всем благодарен. Стул нормализовался. Вы не подскажете? А, ну он там спрашивает, я не знаю про этот прибор, что-то. Иван Губарев. Здравствуйте. Огромная благодарность вам за ваш труд. Купил своей маме Аквапен в подарок. Она со скепсисом отнеслась к этому, но воду пьет регулярно. Через месяц сказала, что стала чаще, чем обычно, ходить в туалет. И по большому, и по маленькому. Через 2,5 месяца сказала, что с мочой начал выходить песок. Я так понял, возможно, это размягчаются камни в почках и выходит. Говорю ей, давай сделаем видеоотзыв об Аквапене. Кстати, дорогие друзья, я очень прошу вас, поскольку сейчас и на ярмарке мы не ездим, и увидеть меня вживую трудно, сделайте, пожалуйста, видеоотзыв. Вот как делал один человек, вот уже по прибору, когда только что его купил, когда только новые вот эти приборы Аквапен появились. Не поленитесь, пожалуйста, сделайте, присылайте нам свои видеоотзывы. Ну, говорит мама, давай позже, пока еще хочет посмотреть, что дальше будет. Надеюсь, уговорю и сделаем ролик. Пожалуйста, сделайте. Просто я так понимаю, что это поколение очень стесняется говорить на камеру. Это абсолютно так, абсолютно. По этой причине, к сожалению, много не делают вот нам отзывов, которые бы, конечно, перевернули глобально понимание людей о здоровье и так далее. Ну ладно. Да, кстати, очень важный момент. Вот насчет ходить по большому и по малому лучше, чем раньше. А теперь посмотрите, дорогие друзья, сейчас мы вставим 2 маленьких отзыва, где люди как под копирку рассказывают про своих мам, которым примерно за 80, что с ними стало происходить примерно подобное. Но самое интересное, буквально с первого стакана воды, это бывает редко, не всегда, но в основном у людей пожилых. И есть на то определенные причины. Запас прочности, на самом деле, генетика, что называется, у тех поколений очень крепкая. И хватает буквально малого, правильных малых мер, чтобы выправить положение. Это прям вот я вижу на примере 1000 людей. А теперь посмотрите этих 2 коротких сюжета. Поскольку у меня мама пенсионерка, 80 лет, вот, и у нее затруднение как бы с мочеиспусканием. Ну, с почками проблемы. Ну, да, да, есть определенные проблемы уже с почками. Ну, да. И она днем практически в туалет не ходила. И случалось, если ночью, то прям по чуть-чуть. Вот. И, значит, я принес прибор, сделала она воду, вот, выпили, сидим, разговариваем, и вдруг она мне говорит, что хочу в туалет. Ушла в туалет. Долго ее не было, возвращается, я говорю, с детства так практически не ходила в туалет, то есть прудила, извиняюсь, выражение, как лошадь. Здорово. Вот, и где-то неделю у нее вот выходила, выходила, выходила из нее.
В прошлом месяце я взял два таких, подарил маме, дочке. Через недельку позвонил, думаю, мам, ну как там? Я, кстати говоря, его взял, и фукус есть. Да. Мама говорит, я стеснялась себе сказать, потому что мужчина и женщина, это потрясающе. Я давным-давно, но она очень дружит с медициной, с этим конвейером смерти. Она очень много есть таблеток, в общем, у нее там 80 лет ей в этом году исполняется. Она мне говорит, я стеснялась тебе сказать, но говорит, я давно-давно, так, если раньше один раз в туалет ходил за три дня, вот сейчас каждый день... Ну, по-малому, так сказать, вот то, что... По-большому. А, вот даже так. И по-большому. По-малому-то, само собой, она говорит, просто прекрасно. Понятно, у нее с кишечником даже проблемы, так сказать. Естественно. Понятно, ну, таблеток, там есть все подряд. Есть все подряд, и таблетки подряд. И тем не менее, она ощутила сразу. Ну что, как, впечатляет? Это люди сами пришли и решили рассказать то, что произошло, ну, в частности, с их мамами, да? Но дальше мы будем показывать, тоже маленькие сюжеты вставлять по мере прочтения, когда что-то будет похожее, созвучное, по аналогии, что называется. У меня знакомая сейчас очень тяжело заболела. Но она просто антагонист, она не воспринимает ничего. У нее суставная болезнь и очень запущенная. Я 2 года пытаюсь до нее достучаться. Ира, пожалуйста, вот Юрий Андреевич, принимай то, принимай это. Ни в какую. Сейчас очень тяжелое состояние. Отдали сумасшедшие деньги, там 30 тысяч одним за анализы. Положили там в платную, там тоже никак не установят диагноза. Ну, там понятно, там уже близится к оксартрозу. Понимаете, я ей, она не ходила по-маленькому в туалет вообще. Я ей принесла свой стакан. Человек пошел в туалет. Водородная вода. Конечно, я им уже 2 года пользуюсь. Да. Понимаете? И она, да, говорит Люся, я хочу такой стакан. Человек, вот, который просто, ну, не верил ни во что, она начала ходить в туалет. Она начала ходить в туалет. Понимаете? То есть вот, казалось бы, люди, которые просто отвергают, вот просто отвергают, только врачи отдают сумасшедшие деньги за эти деньги, которые она пошла, отдала 30 тысяч. Она могла бы купить этот стакан. И уже давно бы выгоняла все дерьмо из себя. Вот что я вам могу сказать, как бывший в прошлом медик. Идем дальше. И сейчас уже моя мама всем рассказывает, что перестала пачками употреблять таблетки от головы и ЖКТ. Рекомендую всем данный прибор, тем более, что купив раз, вы экономите на врачах, лекарствах, времени намного больше, и главное, будете здоровы. Низкий поклон вам, Юрий Андреевич, за все, что вы делаете, воистину от души, и цены у вас действительно доступные. А как вы думаете, дорогие товарищи, только неадекватные люди, имея смартфон за 70, а порой 120 и более тысяч рублей, говорят, что за 30 тысяч рублей генератор водорода и персональный вот этот генератор водорода и свободных электронов – это дорого. Я просто в шоке. Это неадекватные люди, разумеется, просто неадекватные. Вещь одна, которая будет вас убивать, по сути, то есть вы будете в робота тыкающегося превращаться, облучение, терять зрение и так далее, одни минусы, ну, кроме удобств, конечно, в тыкании и радости от этого. И то, что даст вам жизнь, долгие годы, лишние годы жизни, здоровье, экономия времени тем самым, да еще какое приобретение времени, по сути-то, в долгосрочной перспективе. Сергей Коржов, почему-то захотелось написать отзыв, так как у меня купленный в 2018 году ваш прибор работает без каких-либо проблем и подтеков. Пью эту волшебную водичку каждый день всей семьей. Дети привыкли, бегут на перегонки пить воду и сами делают. Старшему 9 лет, младшей 4 года. Раньше не понимал, что же чудодейственного должно произойти, когда пьешь ты воду. И только сегодня утром, проснувшись, уловил себя на мысли, что раньше дети такие болезненные были. Жена из больничного в больничный. То с одним, то с другим ребенком. И только сейчас я понимаю, что этого нет уже почти год. Кто-то подумает, может, это внушение и выдача желаемого действительно, но факт остается фактом. Честно говоря, я точно не знаю, но факт остается фактом. Алекс Силент пишет: Юрий Андреевич, хочу выразить огромную благодарность за прибор ваш, который мы приобрели у вас. Данный аппарат за неделю поднял на ноги человека, который уже месяц не мог ходить из-за артрита и артроза. Будем продолжать лечение, особо обратим внимание на фукус спирулину. Обязательно. Фукус, спирулина, хлорелла, дегидрокварцетин. Это тот хотя бы минимум, который я рекомендую обязательно. Водородная вода – это огромное дело. Главное, чтобы эти приборы не были подделками. Сейчас очень много подделок, очень много приборов, которые делают на дешевых производствах, из дешевых материалов, продают их дешево, ну, соответственно, себестоимость-то другая, в желании, в жажде, лишь бы продать
и на известной популярной теме нажиться. А что будет дальше, неважно, а ведь главное здесь безопасность. Поэтому все электролизные части или протонно-обменные мембраны, блоки, которые соприкасаются с водой, должны быть обязательно покрыты многослойной платиной. Если этого не происходит, то любые другие металлы выделяют в воду ионы себя, и человек травится тяжелыми металлами со временем. Поэтому первое, данная технология должна быть безопасная, это самое главное. Разумеется, в дешевках, которые сейчас заполонили рынок, это невозможно, это фикция. И поэтому лучше ничего не покупать, чем это. Хотите покупать то, что проверено, точно, то, что вот, на практике проверено, ну, это значит, соответственно, и покупайте у того человека, кому вы, как я полагаю, любые порядочные, честные люди должны быть благодарны за информацию, за трату времени, своей части жизни, за донесение до вас информации, обратная связь. Это, естественно, благодарность, и в том числе в виде покупок товаров, продуктов, вот приборов. Это же вполне понятно. И только, что называется, взаимная выгода приобретения. А насчет артрита, артроза, мое видео, так называется, артрит и артроза, посмотрите, но про суставы я еще сделаю отдельное видео. Марина уже писала отзыв о приборе на почту, но добавлю еще, у меня есть сильные головные боли, если 2-3 дня не пью кофе, ужас. И в этот день надо либо выпить кофе, либо не вставать день или два. Ужас. Такая зависимость. Так вот, случилась со мной такая головная боль, что как раз на второй день использовала прибор. Я сначала не поняла, от чего болит голова. И болела она после приема данной воды. Я думала, это нормально на первых порах. Но к вечеру боль прошла. И я даже ощутила прилив сил. И только после этого я поняла, что головная боль была не от воды, ну, естественно, если у вас постоянно от кофе, от чего она была. А наоборот, эта вода помогла мне избавиться от страшной головной боли, которая мучает меня, когда я пытаюсь отказаться от кофе. В тот же день головная боль была терпима, не как обычно, когда невозможно встать с кровати. В общем, прибор действительно работает. Ну, вот такой интересный отзыв в этом смысле по головной боли. Но ведь водородная вода разжижает кровь, понимаете? Только не надо говорить, что она вся вытечет от пореза. Я говорю для разумных людей. То есть эритроциты уже не слипаются. И есть разные факторы, от которых сгущается, загустевает кровь или слипаются эритроциты под воздействием каких-то факторов неадекватного питания и так далее. То вода, как раз эта заряженная активная вода, позволяет разлипаться эритроцитам, кровь течет прекрасно и доходит до каждой клеточки организма нашего, как должна. Более того, есть еще один фактор, это коэффициент поверхностного натяжения. Если он близкий к 41 на квадратный сантиметр, то жидкость любая, значит кровь, более становится текучей, в каждую клетку организма легче доносит питательные вещества, лекарственные вещества, если это необходимо, и забирает, растворяя яды, токсины, продукты метаболизма из межклеточного пространства, из клеток, и, соответственно, выносит из организма через разные выделительные наши системы. В первую очередь, лимфатическую. Ну, у меня очень хорошие результаты, да. Здравствуйте. Хочется поделиться. Я пропила противопаразитарное и, в принципе, нахожусь сейчас на воде. Потом вы мне сказали вот, до записи кусок проростков. Кусок проростков и спирулина. И водородная вода. Водородная вода. Это у меня где-то 3 месяца все вместе. И результат просто, вот я удивляюсь. У меня прошла экзема на ноге, которой 5 лет. То есть я... Гормональные не помогали, они же временно снимают. Конечно. И прошел самое интересное, что аллергический насморк, которым я, в принципе, страдаю уже с 18 лет. Сейчас 18 мне, лет? Мне сейчас 60. То есть спала сидя, а сейчас я сладко сплю, как младенец. Я счастлива необыкновенно. И вам очень благодарна. Галина Коротова. Купили генератор год назад. Нет давления, нет сердцебиения учащенного. Чувствую себя хорошо. Спасибо за то, что вы делаете. Дочка заказывает у вас фокусы пророщенную, ну, сок пророщенной пшеницы, видимо. Спасибо за ваши труды. Очень рад, пожалуйста. Ирина Павленко. Особое внимание хочу уделить прибору аквапены и водородной водички из него. Это чудо. Отеки, головные боли, скачки давления давно остались в прошлом. Исчезли сосудистые сеточки на ногах. Приступ стенокардии и гипертонический криз у мамы были сняты в течение получаса полностью. Проблемы с почками решены. И это всего лишь за полгода потребления вот этой водородной воды. Вот что такое, дорогие друзья, сама технология, как идея, как понимание биохимических процессов, вот что такое, технология, когда она воплощена в качественных,
приборах, а не в подделке дешевой, которые дискредитируют эту очень важную тему во всем мире, к сожалению. Да, сразу наперед скажу, я просто вот поражаюсь, когда люди, вот четко объяснил, под каждым видеороликом написано, где можно купить, ссылочка дана, даже чтобы не думать, все равно люди пишут, вот прям под каждым, а где купить? Ну вы дослушайте видео, во-первых, будьте внимательны, будьте просто разумны, знаете, что под каждым видео всегда есть, если о чем-то речь идет, ссылка на это, или посмотреть, или где купить, так вот на нашем сайте nadgard.ru эти приборы всегда есть в продаже. И, соответственно, только там вы их можете купить. И неважно, в каком городе России вы живете, в какой стране мира, не спрашивайте, пожалуйста, а есть ли магазин в Волгограде или в Петропавловске-Камчатском. Нет никаких там магазинов и не будет. И не нужно в наше время, когда Почта России, деловые линии, СДЭК, ПЭК, там, энергии и другие компании транспортные доставляют куда хотите. Живете вы где-нибудь в Бангладеш, или живете вы в Канаде, или живете вы в Израиле, или живете вы где-нибудь там в Махачкале и Анапе. В любой город страны и мира транспортные компании доставляют. Поэтому на нашем сайте nadgard.ru вы можете купить как этот прибор Аквапен, так и любые другие наши приборы, товары и так далее. Да, я обязательно сразу скажу, а на территории Украины или, допустим, в страны Европы и США, Канады, да, вы можете купить, приобрести и этот прибор, как и наши другие приборы, товары у нашего представителя на территории Украины, сайт «Лавка Фролова» в Киеве. За своевременно зарядкой приборы следим всей семьей. А по 2-3 зарядки за день, ну, делают. А пока планирую купить данный прибор в офис. И знаю точно, что подарком на ближайшие юбилеи даты родным и близким будет Аквапен. Кстати, дорогие друзья, тем более в преддверии праздников, да и вообще, ведь у всех свои праздники, помимо прочего, есть. Есть дни рождения близких, друзей, родных. Лучшим подарком ничего не может быть. Потому что для здоровья человека реальную пользу вы можете сделать, ну, самым таким ярким, сильным вот примером это будет как раз покупка Аквапена, потому что обязательно результат будет. У кого-то раньше, у кого-то позже. Не обязательно он будет сразу с первого стакана, но он будет непременно. А в отдаленной перспективе, говоря о годах жизни человека, вы поймите, что происходит. Каждый день под воздействием свободных радикалов разрушаются, уничтожаются клетки нашего организма. У каждой клетки организма есть потенциал деления. Это примерно 50-60 делений. Руководят этими делениями, кстати, теломеры на хромосомах. Но клетки же живут примерно 2 года. Это вот потенциал максимальной жизни человека. Но можно этот процесс удлинить, впрочем, об этом в других моих лекциях. Но главное, это не укорачивать хотя бы. Так вот, вода водородная с отрицательным ОВП, то есть со свободными электронами, она является мощнейшим антиоксидантом. Эти электроны как бы отдаются тем клеткам нашего организма, которые были повреждены свободными радикалами, и уже эти клетки будут жить отведенный природой срок жизни, они погибнут раньше времени, понимаете, да, когда в определенных группах тканях организма группы клеток погибают гораздо быстрее в разы, чем они могли бы прожить. Что тогда происходит? Быстрое старение данного органа, возможные нарушения в делении, образовании новых клеток, ну, естественно, как следствие накопления ошибок при делении клеток. Это онкология, да? Так вот, здесь вода является главным фактором, главным, хотя не единственным, естественно, для увеличения продолжительность и качество жизни. Это очень хорошо видно на животных, которые живут меньший срок жизни, как правило, домашние животные, чем человек, гораздо, ну, 20 лет, скажем, а не 100 или 120. И поэтому это очень хорошо видно на улучшении качества жизни, здоровья, например, домашних животных. Кстати, прошлое видео мое было на канале у меня про кошек и собак. Ну, конечно, там было про корма, ну и про воду там кое-что было. Очень интересная информация. Посмотрите обязательно. Ну, а подарок этот действительно, наверное, одно из лучших, что можно придумать. Потому что это действительно человек будет с благодарностью вспоминать вас долгие годы. И так, не на отшибись, сделан будет подарок. Ну, потому что положено что-то подарить. А что подарить? Вроде бы ничего не надо. Или у человека уже есть что-то. Или там банально денег дать. А человек не купит себе сам, как правило. А тут вы волей-неволей подвигаете как бы его к улучшению своего здоровья. Человек, может, сразу не оценит, но чуть позже будет вам благодарен, как никому. Филипп Александрович пишет. Уже оставил отзыв, однако теперь должен добавить. Водородная теория, как и большинство других, для обывателя всегда были и будут только теории.
Проверить наглядно многие вещи непросто. Несколько раз за эти 8 месяцев пользования мне начало казаться, что прибор не делает ничего, кроме пускания пузырей, и я перестал его использовать. Однако, ввиду снижающегося уровня самочувствия и выхода разных проблем наружу, ко мне быстро приходило понимание, что это все же не просто пузырьки. Теперь в 54, встретившись с серьезными, негативно сказывающимися на здоровье обстоятельствами, я осознаю, что если бы я не пил воду только из этой штуковины, то уже представился бы. Это иногда люди, кстати, очень хорошо чувствуют, только вот именно задним умом, задним числом, сопоставив что-то в своей жизни. Ведь мы живем, фактически прожигаем жизнь, бегаем в беготне, ни о чем не задумываемся серьезным. В такие условия поставлены современные люди в современной жизни, особенно в городах. Скорее всего, это не преувеличение. Печально, что не купил сразу больше приборов. Юрий Андреевич, еще раз благодарю. Очень многие люди, и это тоже показатель, покупают у нас потом по второму, третьему прибору, по 3-4 сразу, ну, друзьям, знакомым, близким, ну, у кого возможность есть такая. Хотя, еще раз повторю, один смартфон – это 4, там, 3-4 прибора наших. Это уму непостижимо. Пишет Андрей, 21.02.2020. Пользуюсь прибором Аквапена больше 4 месяцев. Что могу написать о своем опыте по использованию? После первых же приема воды из генератора в целом отметил улучшение в работе ЖКТ. Водородная вода нормализует работу кишечника, способствуя его более качественному очищению. Это все, практически все люди отмечают. После пары недель регулярного использования прибора также заметил, что улучшилось кровообращение в организме, это естественно. Что выражается в более здоровом цвете кожи на руках. В зимнее время кожа на руках у меня немного синеет. После этого, как протестировал прибор на себе, спустя где-то месяц заказал прибор, ну, другой прибор, второй такой же, для мамы, и бабушки, значит, вероятно, еще два. Ну, или один для мамы и бабушки. Маме 58, бабушке почти 90. После пары недель употребления водородной воды у мамы стала реже болеть голова, а у бабушки улучшилась работа ЖКТ. Ну, отзыв целиком здесь не уместился, но главное тут было сказано. Филипп, оставлю для массы кратенький отзыв. После воды из этого аппарата обычное уже плохо заходит. Я чувствую себя и так неплохо. Однако бодрость и выносливость прибавились однозначно. Юрий Андреевич, благодарности долгих продуктивных лет жизни. Благодарю. Вот дело в том, что мораль здесь правильна. Что не только тем, кто плохо себя чувствует или имеет болезни, стоит и разумно потреблять данную воду, а всем людям вообще, если вы хотите, дольше прожить и качественнее прожить. Потому что арифметика здесь проста. Если примерно посчитать, сколько от разных факторов, в том числе свободно-радикального воздействия, погибает клеток каждый день, если они будут оставаться живыми до природоотведенного периода жизни, либо близко к этому, то можно посчитать, сколько миллиардов клеток погибает каждый месяц, то где-то за 20 лет потребления данной воды вы прибавите себе потенциал жизни лет 20-25. Дело в том, что все те центры сверхдолгожителей, которые были когда-то, они были там в одном районе Абхазии, в Лирикском районе, там, скажем, Азербайджана, где в основном талыши проживали, да, а во Вьетнаме один центр, там около озера Таймыр, ну, есть и другие. Короче говоря, везде были определенные источники, вот, из которых люди местные и брали воду, которые обладали определенными физико-химическими свойствами, в том числе водородом где-то 0,7 мг на литр, источники природные больше не дают. Наш прибор дает 2 мг на литр, и это правда. Кстати, не один мы проверяли, даже американцы заявляли, у нас 2-3, там ложь. Кстати, вот посмотрите вот это видео, где я с коллегой, мы сидим, замеряем разными приборами физико-химические свойства воды, объясняем, какими приборами вообще можно замерять, какими глупо это делать, почему капельные тесты на основе там, ну, неважно, есть такие качественные очень тесты, интересные, американские, которые действительно показывают истинную картину реального содержания водорода в воде, а не то, что позиционируется или то, чем замеряются электронные приборы, почему они не точны. Ну, в общем, подробно все. Посмотрите обязательно это видео непременно. Оно будет, кстати, по ссылке вот здесь для удобства под этим видео тоже дано. Александра пишет. Пользуюсь данным прибором 5-й день. И с первого дня пользования стал пить только водородную воду, около 2 литров в день. Отмечу самые заметные изменения. Первое. Стабильность состояния. Ранее накапливалась усталость уже к вечеру. Теперь этого нет. Вот это тоже же важно. Снижение артериального давления. Ну, однозначно, безусловно.
Год назад была вообще гипертония, давление около 140 на 90, сейчас 100 на 65. Врач сказал, что для меня это отличное давление сейчас. В остальном стало меньше хотеться кушать. Кстати, тоже очень важный момент. Неприятно уже пить обычную воду, хотя на вкус принципиальной разницы нет. Вот видите, кто-то чувствует ее, кто-то нет. Но чувствуется разница спустя несколько минут после питья. Вот иногда так люди чувствуют. Особенно, если пить натощак. Видимо, к хорошему быстро привыкаешь. О самом приборе. Достаточно удобный. Зарядки хватает на день вполне, при том, что заряжаю воду водородом всегда 9-минутным режимом. Это самый большой. Там есть 5-минутный и 9-минутный режим. Вот человек выбирает длинный. И выпиваю порядка 2 литров в день. Выражаю огромную благодарность Юрию Андреевичу и сотрудникам Натгар за отличный сервис, проверенную и качественную продукцию, оперативную обработку заказов. Очень приятно, благодарим за этот отзыв. Дело в том, насчет зарядки, что бывает, конечно, по-разному. Все зависит от качества и потенциала, от изготовления и хранения на заводе данных батареек. А дело в том, что поменять батарейку труда не составит. И батарейки эти у нас есть всегда в наличии. Поэтому, ну, батарейка аккумуляторная сколько будет служить? Ну, 1,5-2 года. Не, у кого-то больше. А потом ее просто менять надо. Ну, и все, собственно говоря. И пользуйтесь прибором, да водой дальше. Максим Олейник, всем здравия. Хочу поделиться радостью от использования данного устройства. Это мой первый опыт приема водородной воды, пользуюсь всего 3-й день, но эффект уже есть, это просто чудо. Началось все с первого заряда воды на 9-минутном режиме, это было в 12 часов ночи. Я выпил полную колбу вкусной водички и пошел спать. И знаете, что произошло? Неожиданно для себя ощутил прилив энергии, перехотелось спать, сознание прояснилось. Появилась легкая эйфория, вдохновение, шли мысли быстрее и стройнее обычного. Сказать, что я был поражен, ощутив этот шквал светлых чувств, это ничего не сказать. Все сомнения насчет прибора сразу рассеялись. Изначально были небольшие сомнения. И на этой волне счастья, в полумедитативном состоянии благости и благодарности за происходящее, я пролежал около часа и потом уснул. С утра первым делом побежал наполнять и включать устройство. Это была любовь с первого контакта. Я реально влюбился в эту воду и теперь не представляю своей жизни без нее и этого устройства. Конечно, при следующих приемах воды таких ярких ощущений уже не было, но этот первый раз запомнился навсегда. Далее хочу описать лечебный эффект, который проявился как раз тем утром, о котором я писал выше. После включения устройства я пошел в туалет, и тут меня опять ждало приятное удивление. Мочеиспускание пошло ощутимо легче и быстрее обычного. Периодически затрудненное мочеиспускание стало одной из причин, по которой я приобрел данное устройство. И теперь могу сказать с чистой совестью и утверждать, что с самого начала употребления данной заряженной воды я ощущаю улучшение в этом интимном вопросе. Чему несказанно рад. Также у меня не очень хорошее кровообращение в руках и ногах. Ну, у кого, кстати, мерзнут руки, ноги, это просто спасение. Очень многие писали о том, что прям вот маме, папе купил, бабушке, перестали мерзнуть у кого-то руки, ноги, понимаете? Добрый день, друзья! Я купила месяц назад аппарат, мне он очень понравился. Во-первых, легкий, красивый, удобный в эксплуатации. И первые дни прямо была в восторге. Вкус воды прямо как родниковый был. И хотелось пить и пить. А в последнее время я, видимо, страдала от обезвоживания. Даже мне не хотелось совершенно пить воду после фильтрованной из-под крана. Я просто не могла, мне просто нехорошо было. А это захотелось прям, да? Да. А это просто захотелось. Я первые дни просто упивалась ей. Потом привыкла, сейчас спокойно употребляю. Реакция была очень интересная. Какая? Сразу просто бодрость, такая легкость первые дни. А потом, видимо, началась как очистка сосудов. У меня давно сосуды не болят уже все, но сейчас начало ноги крутить, вот как будто живые сосуды стали. Какой-то процесс как будто там происходит. И потом я стала замечать, что на улице у меня меньше стали мерзнуть кончики пальцев и кончики ног. Хотя у меня очень сильный варикоз, и ноги всегда были мерзлые, даже в теплых сапогах. Это именно связано с плохой микроциркуляцией в сосудах, да, крови. Я сейчас ощущаю, что у меня прямо теплые становятся. Вот сейчас морозные дни, а у меня руки вообще не мерзнут. Сейчас без перчаток. Да, дорогие друзья, на улице минус 22 сегодня ночью, да. 25 было. В разы уже увеличился кровоток.
в микрокапиллярах, то есть на периферии. Это является основной проблемой застойной периферии, микрокапиллярах, артериолах, там проблемы всех практически сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с ней, инсультов, инфарктов, образование тромбов, прочее. То посмотрите, вот сейчас вот здесь, у некоторых, посмотрите, в 10 раз, где-то 15 примерно увеличился циркуляция, не видно даже сгустков. Даже где сгустки, посмотрите, насколько быстрее пошел ток. Вот я мышкой просто слежу, вот она идет. И голова. У меня в голове тоже сосуды на снимках. И слабые, на... да? Да. Головные боли тоже вообще прямо быстро стали проходить. Попью воды, голова болит, приду уставшая, попью. И прямо в первый же день прямо пришла, выпила воды, у меня сразу же уставшая голова прошла, прямо я светлая, ясная. Я решила попробовать, поскольку у меня офтальмологи определяли плохое кровоснабжение глаз, из-за этого понижение зрения сильное. И были такие черные мушки плавали, когда посмотришь на глазное яблоко, как бы, они вокруг плавают, вот такие черные точки, вот такие ворсинки какие-то, как бы. И я сейчас стала промывать, на ладошку набираю воды, промываю глаза так. Несколько раз в день. Ага. И у меня вот за 2 недели, где-то, когда я придумала этот способ, у меня вообще не стало мушек. Здорово. Ну, очень довольна. И муж был противником этого вообще. Это часто и бывает. И сам стал пить с удовольствием. Вот. Встает и пьет воду. И говорит, дай мне еще водички. Это я бы рекомендовала такой прибор, да, для пожилых людей. Обязательно. Вот у кого кровообращение нарушено. Более того, чем старше человек, тем быстрее идут изменения. Вот сейчас оживила свою маму, я думаю. У меня она, да, умерла, вот загущение крови от... Сразу? Она все время мерзли руки и вот, ноги у нее. Именно, поэтому густая. Люди едят вареную, жареную пищу. Кровь густеет, хуже течет по сосудам. А тут что происходит? Моментально, через 5-7 секунд от стакана воды она разжижается и течет легко. И доходит до каждой клеточки элементарной. Да, это вот, чувствуется. И это чувствуется. Да. Благодарю вас за такой отзыв. Здоровья вам. Вот под этим видео будут еще отзывы. Мы же не можем в один ролик включить все. Посмотрите, дорогие друзья, вот эти отзывы, где люди писали или говорили прямо на камеру свои результаты по, вот, как говорится, пользованию этой водой. Вот, в руках и ногах. Они часто холодные, долго отогреваются. Но теперь я уверен, что с волшебной водичкой эта проблема решится, только надо подождать. Да, конечно, на все нужно время, но эта проблема решается. Единственное, скажу сразу, у кого холодные руки и ноги, магний обязательно потребляйте, витамин С потребляйте, потребляйте витамин D3, К2, ну, имейте это в виду, да, но магний прямо непременно. И цинк, и еще цинк. И, кстати, при потреблении воды все вот эти минералы и витамины будут лучше доноситься до каждой клетки, лучше, быстрее усваиваться, с большим КПД усвоением. Напоследок хочу отметить, что и в других отношениях данный прибор прекрасен. Красивый внешний вид, устройство выполнено, ну, в хай-тек стиле, отлично украсит любой интерьер. Когда наблюдаешь, как оно работает, генерируется водород, горят светодиоды, сразу возникает сравнение со капсулой повышенного здоровья с книгой фильмов про будущее. Смотришь на этот прибор и понимаешь, что это будущее уже наступает, и ты приобщился к нему один из первых. Качество материалов, колба, генератор, крышка, зарядка, все сделано из надежных и приятных на ощупь материалов. И это чувствуется при первом контакте с устройством. Удобство и простота использования, компактность. Прибор небольшой, аккуратный, сенсорная кнопка приятная, легко воспринимает прикосновение. Но надо только этому приучиться. 2 резких коротких нажатия. Кстати, у нас есть видеоролик под этим товаром на нашем сайте. Заходите на сайт нашнадгар.ру в раздел «Приборы по воде», находите прибор «Аквапен». И там есть 2 видеоролика. Один верхний маленький, как раз как правильно нажимать. Не у всех просто сначала получается, привыкли кнопку же нажать, да? Нужно привыкнуть. Это маленький ролик, там 2 минуты. Второй видеоролик как раз большой, а... всех нюансах и вообще, что это за технологии измерения приборами, комментарии наши о причинно-следственных связях. Я очень рад покупке. Товарищи, я на личном опыте убедился, что вся информация от Фролова.ua и отзывы о подобных устройствах – чистая правда. Я испытываю неподдельную радость от употребления водородной воды и использования этого прибора Аквапен. Это лучшее вложение в моей жизни. Вот это абсолютно правильно. Человек адекватно понимает и пишет. Чего и вам желаю. Благодарю Юрия Андреевича и всю его команду. Желаю вам процветания, удачи во всех делах. Добрые люди. Благодарю от души за такое светлое, чистое письмо. Человек искренне поделился своей радостью, своим опытом. И я хочу вам порекомендовать, дорогие товарищи, понять, что самое главное для здоровья все-таки, да,
Помимо адекватного питания, всех необходимых компонентов питания, это, конечно же, вода. Но не просто вода как таковая, как жидкость, а вода, обладающая определенными физико-химическими свойствами. У меня есть видеоролик, где я рассказываю про все основные физико-химические свойства, когда приезжало ко мне телевидение. Вот это видео, посмотрите его непременно. Также, если не поленитесь, посмотрите мои все видео о воде, потому что, пожалуй, важнее темы в жизни нет. Если вы хотите, конечно, жить качественно, быть здоровее и дольше прожить. Если вы хотите сохранить ясность ума, энергию, то вода – это основа жизни, конечно, все это вы знаете. Но что именно, какие свойства за этим стоят, не все знают. И вот я в своих видео это все поясняю. А вот водородная вода. Но тут очень важно пояснить, что уже не электролизного типа, когда электролиз между пластинами, перфорированными листами и прочей поверхностью идут. Это уже день вчерашний, и там невозможно удалить все газы из воды, кроме водорода, что очень важно. Поэтому я все-таки рекомендую именно с двойными протонно-обменными мембранами устройства, но не любые, потому что очень много подделок. Ну, например, не американские мембраны Дюпон используются, очень дорогие. И потому и приборы эти, подделки дешевки, где хотят нагреться на популярной теме разные подлецы, стоят копейки, но дешевле гораздо. Но не будет этого эффекта и желаемого результата. Ну и поэтому в завершение скажу, если вы в своем уме, в разуме, то если даже сразу не можете приобрести, ну нет на это отложенной суммы и так далее, люди разные, понятно, по состоянию тоже, то хотя бы накопите. А если у вас есть смартфон, и вы говорите, что это невозможно накопить, то это, так сказать, какая-то шизофрения, да? Но, по крайней мере, есть то, что точно в жизни не надо для жизни и здоровья. А то, что действительно важно и нужно, вы считаете что-то за тем, что вот на это нет времени, желания или денег. Выбор, конечно, за каждым человеком. Да и навязывать здесь неправильно и нельзя. А данное видео мое, я полагаю, поможет вам сделать выбор. И выбор правильный. Итак, на нашем сайте nadgar.ru вы всегда сможете приобрести данный прибор, а также посмотреть, ведь есть уникальные стационарные устройства, например, прибор AquaDoc. Вот есть такой водородный клуб в США, туда входят все ученые мира, и в Японии, и другие ученые именно в этот клуб водородный. Так вот, они используют только данную модель, я подчеркиваю, модель конкретно вот этого устройства AquaDoc. Это стационарный прибор, который подключается к водопроводу. Ну и в режиме реального времени, нажимая определенную кнопку, конечно, вода льется в большем объеме, она сразу уже является насыщенной водородом, ОВП там. Там, кстати, структурированная, потому что там камера Шаубергера есть встроенная, и фильтры определенные сверхтонкой очистки есть. Но, вы понимаете, это, конечно, он дороже, но это вершина всего. Кстати, этот прибор единственный из данных технологий, не электролизный, а он именно со протонно-обменными мембранами, плюс ко всему. Эти люди-то не дураки, что вот все покупают только эту модель. Мы ее представляем единственной на территории России и во всех практически странах мира. А также есть уникальный прибор для дыхания водородом. Вот этот. Дело в том, что есть люди, которые не могут много пить воды, у кого серьезные проблемы с почками, другие какие-то обстоятельства. И дыхание водородом, особенно при болезнях легких, спасают людей. Тем более в нынешней ситуации при ковиде, который именно вот этот 19-й поражающий бронхолегочную систему. Это ключ к спасению. То есть у кого проблемы с легкими, дыхание водородом уберет очень многие проблемы и спасет человека однозначно. Не могу в рамках данного видео рассказать все подробно. Когда-нибудь, наверное, о дыхательном приборе сделаю отдельное видео, но у меня выходили уже видео, где про них я рассказывал. Итак, крайне советую, у кого есть на то финансовые возможности, приобрести жизненно необходимый, порой который спасет жизнь, прибор. Есть еще уникальные СПА-капсулы. Про них было снято у меня несколько видео на канале, но эта СПА-капсула, во-первых, самая безопасная, потому что погружается только определенная часть, а не сама вся СПА-капсула, в воду. Во-вторых, есть еще слабое озонирование, что очень важно, и эта дезинфекция. Это очень хорошая подготовка воды. Водород долго держится в данной воде, насыщается ей, потому что активный кислород уходит, и, соответственно, водород, при этом этот газ, без присутствия большого количества кислорода в воде, держится в ней дольше. И, соответственно, вы принимаете ванны в полной безопасности, то есть даже не погружая сам источник питания вместе со СПА-капсулой в воду, да, то есть он стоит рядом на тумбочке, на столике отдельно с ванной. Ну и, собственно, когда вы садитесь, ложитесь в ванну, вы просто убираете вот эту вот обратную часть генератора прибора из воды. Вот и все. Прибор
практически вечный, потому что там ломаться нечем, он находится вне воды, сам источник-генератор. Уникальная вещь, удобная в красивом алюминиевом чемодане, тоже прекрасный подарок для здоровья вашим знакомым, родным и близким. Ну, на этом, пожалуй, все. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, не ленитесь смотреть все то, что я даю под каждым видео в качестве рекомендаций. А как купить приборы, где? Ссылочка будет тоже под этим видео. Хотя вы можете просто набрать «продукты от Фролова» в Яндексе, например. И будет высветиться первым наш сайт nadgard.ru. Ну, а на этом все. Желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия, благополучия. Ну и до новых встреч. До свидания.